Добрый вечер всем. Спасибо большое, что вы досидели до момента этого. Да, была очень интересная презентация от Натальи. Как всегда, Наталья, конечно, отрабатывает по полной. Если вы попадаете на обучение к Наталье, то все, держитесь, давайте обратную связь, потому что с ее тренингов, по крайней мере, с ее вебинаров я выхожу всегда, как будто бы вот вновь еще раз углубилась, задумалась, переслушала. Потом у меня, если вопросы остаются, я обязательно захожу еще, пересматриваю Владимира вебинары по маркетингу, потому что понимаю, что где-то до сих пор, да, спустя уже практически 2 года, есть какие-то моменты, где я упустила в какое-то свое время. Сегодня мы с вами, друзья мои, будем говорить про продукцию. И сегодня мы проговорим, наверное, ту же самую-самую базу. Сильно глубоко я не буду углубляться в силу того, что данный вебинар у нас все-таки имеет направление рассказать вводную информацию для партнеров из Турции, да, так как вы знаете, что уже совсем скоро будет открытие, мы все в большом предвкушении, поэтому, собственно, был организован этот семинар. Обязательно, пожалуйста, приглашайте своих партнеров из других стран также подключаться, слушать наши вебинары, потому что многие думают, что если вот целенаправленно только Турция, значит, мне не очень актуально слушать. Как вы видите, нет. Все одно да потому, просто с небольшим акцентом на ту или иную страну. Сегодня мы будем говорить про хиты продаж в нашей компании, проговорим, почему же они действительно набирают такие обороты и почему именно они являются бестселлерами во всем мире. Вот. И сегодня мы как раз о них с вами поведем речь. Спасибо большое, всем большое за обратную связь, за ваши комплименты. Я постараюсь, вернее, не ударить лицом в грязь, так сказать. Так вы меня распиарили, Владимир. Спасибо огромное. Так, ну я буду переходить к демонстрации экрана. Вы мне тоже, пожалуйста, дайте обратную связь. Сейчас я запускаю ее. И мы с вами начинаем смотреть. Так, вы мне дадите обратную связь, и я гляну в чате. Сейчас момент. Упс, бежала. Угу. Участники. Где-то здесь должен быть чат у меня. Я его нашла. Так, картинка видна? Я на данный момент в Турции. Классно, Салима. Все отлично. Видно. Все. Спасибо большое, Наташа. Спасибо за обратную связь. Отлично. Ну, поехали. Сегодня наша тема о продукции, вернее, моя тема о продукции компании Atomy. Сегодня мы с вами проговорим про флагманы нашей компании, проговорим про историю, расскажу вам, да, почему действительно слоган «абсолютное качество», «абсолютная цена», оно на 100% соответствует нашей продукции, что это не так, знаете, для красного словца это говорится, действительно все подтверждается фактами, которые имеют место быть, когда вы уже начинаете использовать эту продукцию, вы понимаете, насколько все совпадает, философия, идеология компании, что все действительно подтверждается какими-то научными фактами, да, будь то наша продукция в сфере косметологии, либо фарм-индустрии, да, наши БАДы, витамины. Все разрабатывается в Институте атомной энергии, поэтому, конечно, говорить о том, что здесь абсолютная цена, мы имеем полное право, абсолютное, извиняюсь, качество, мы имеем полное право, потому что так оно и есть. Вот. Напишите, пожалуйста, мне в чате, пока, кто знаком с продукцией, а кто еще ничего не пробовал. Кто ничего не пробовал, так и напишите. Ничего не пробовал, а кто вот попробовал, напишите свой, пожалуйста, пока любимый продукт, пока мы с вами будем двигаться дальше. Так. Что такое? Угу. Так, сегодня мы с вами проговорили уже эту тему, да, и эту идею, что на самом деле вы знаете, что у нас интернет-магазин, что у нас с вами онлайн-магазин народного потребления продуктов, что у нас действительно достаточно известный и популярный продукт, которому, ну, который не требует какого-то особенного объяснение, да, что мы за продукт продвигаем. У нас все продукты, которыми мы с вами ежедневно пользуемся, будь это онлайн-магазин, будь это простые какие-то магазины. Что такое народного потребления продукты? Это продукты личной гигиены, это продукты ухода за кожей лица, это может быть декоративная, уходовая косметика, это товары для дома, еда и много-много всего другого. Вы знаете, что на корейском сайте, на сайте atomy.kr насчитывается сейчас более 400 наименований товара, и
вот в ближайший год нам обещают пополнить ассортимент аж более чем на 100 наименований товара. И это, мне кажется, феноменальное количество, потому что вот сейчас, заглядывая в интернет-магазин, честно сказать, я хочу все. Но про себя я думаю, мама мия, как всего много. И ортопедические подушки, и увлажнители для воздуха новые вышли, и какие-то новые протеиновые шампуни и так далее. Вот. Но, тем не менее, компания всегда, да, идет в ногу со временем. Она разрабатывает какие-то инновационные продукты, и обязательно это вводится все в наш ассортимент. И мы с вами большие счастливцы, что мы имеем возможность, как часть Атоми, будь вы клиенты, будь вы партнеры, но пользоваться высочайшего качества продуктами, при этом еще и по прекрасным ценам. Когда я пришла в компанию Атоми, я про себя подумала, что не такие уж и доступные цены в компании Атоми. Когда я открыла первый раз сайт, посмотрела, что я помню, вот с чего началось мое знакомство, именно вот изучение. Я увидела порошок, который на наши деньги, кто не из Казахстана, я прошу прощения, на тот момент стоил где-то 5600 тенге. И я подумала про себя, что простые стиральные порошки в магазинах, они стоят как минимум в два раза меньше. Почему я должна здесь брать? Почему необоснована такая высокая цена? Для меня на тот момент она была необоснованная, потому что я, конечно, не углубилась в составы, не углубилась в количество стирок, на которые, да, хватало этого порошка. И, соответственно, вот этот поверхностный взгляд не давал мне четко проанализировать, что действительно здесь, какие преимущества и почему я должна выбирать этот интернет-магазин, а не какой-либо другой. Я надеюсь, те, кто знаком с продуктами, вы уже обратили на то внимание, что действительно цены у нас максимально доступны для такого качества продукта. Сейчас я прочитаю ваши комментарии, и мы перейдем к теме уже. Окей, ничего, есть кто не пробовал, ничего, так, хемохималмоголь, ничего не пробовал. У нас есть те, кто не знаком с продукцией, это тоже прекрасно. Я надеюсь, что вот сегодня вы послушаете этот эфир и что-то для себя уже присмотрите и захотите непосредственно попробовать, когда у вас появится возможность. Спирулину пробовали, да, прекрасно. В основном БАДы пробовали, хорошо. Кунду ждет открытие, да, мы очень ждем, потому что, как оказалось, Турция настолько она недоступна в плане отправок продукции, как мы с какого края не пытались туда проникнуть, но никак не получается к вам пробраться, поэтому мы ждем уже официального открытия, осталось совсем немножко. Еще не пробовала, ждем открытия Турции, крема понравились, окей, хемохим, отлично, вечерний уход, дип клинзер, хемохим. Вот посмотрите, даже если проанализировать ваши ответы, как много людей, кто начал знакомиться с хемохимом, как с первым продуктом, и это все не зря, неспроста, потому что когда вы изучите, что дает хемохим, из чего он состоит, вы действительно сами проявите желание его попробовать. Когда я пришла в компанию, услышала о всех чудодействиях этого продукта, мне показалось, что это уж очень, знаете, подозрительно, как так может быть один продукт, а дает такие вот результаты. Но потом, конечно, все это было подтверждено научными исследованиями, ну, я имею в виду, что есть более сейчас 160 научных трактовок по этому, да, препарату, где было зафиксировано, что там он оказывает определенное действие на наш организм, и поэтому уже сейчас, конечно, у меня никаких сомнений нет, мы сами его пьем, своим родителям брали, да, это продукт номер один в нашей компании, и мы сегодня обязательно про него поговорим. Все купите, говорит Гульбаршин, обязательно. Будем стараться. Да, паста и щетка. Крема Фейм, супер, весь набор. Отлично. Спасибо большое вам за обратную связь. Вот сегодня практически про то, что вы написали, не затрагивая только, наверное, спирулину, мы с вами будем как раз и оговаривать. По поводу нашего преимущества. Почему люди должны выбирать компанию Атоми и наш интернет-магазин, а не пойти в какой-то аналогичный офлайн-магазин, да, южнокорейских товаров, вот который возле дома и так далее. Вы должны четко понимать, что здесь, во-первых, как мы сказали, это товары народного потребления. Они совершенно всем всегда нужны. Какой бы кризис, какой бы карантин у вас не был, мы не перестаем с вами чистить зубы, мыть голову, потреблять кофе, да, и поэтому здесь продукция, она достаточно понятная, ее очень легко продвигать. И как вы знаете, во всем мире, да, не только в странах СНГ, во всем мире корейская продукция всегда уже по наитию, она ассоциируется с качеством. То есть, когда вы говорите «корейская продукция», в голове появляется равно качество. Вот кто согласен с этим, поставьте в чате, пожалуйста, плюсики. Поэтому, когда я пришла в компанию Атоми, меня что первое привлекло, так это широкий ассортимент и действительно вот Корея. Как ни крути, Корея, она вот заслужила, да, то самое мнение о том, что все, что произведено в Южной Корее, и, по крайней мере, как-то причастно, да, Корея к какому-то производству, что все будет досконально, проверено, хорошо, качественно и так далее.
Вот, и поэтому это играет нам на руку, и при распространении нашей продукции не возникает вопроса, почему я должен смотреть ваш элементарный там каталог онлайн, либо офлайн, либо интернет, наш магазин, да, atomy.ru, пока мы работаем под эгидой, допустим, России, либо другой какой-то сайт. Но в любом случае у всех возникает какой-то интерес. Когда мы говорим «корейская продукция», слушай, хочешь посмотреть, я тебе скину каталог, у меня, по крайней мере, в 100% случаев говорили, ну давай, скидывай, посмотрим, что там у вас есть, просто потому что это Корея. Вот, это большой наш плюс. Второй момент, что нам позволяет легко продвигать наш онлайн-магазин, это широкий ассортимент. То есть, когда вы знаете, что есть много, на самом деле, да, онлайн-площадок, сетевых компаний продуктовых, которые действительно имеют достаточно хороший ассортимент, но иногда бывает и зачастую грешат, допустим, ассортиментом в плане количества. То есть, какое-то ограниченное, там, допустим, кто-то только косметику, да, производит и продвигает. Кто-то производит только витамины и БАДы, кто-то производит только продукты для похудения и так далее. Что не дает вам возможности рассказать об этой компании как можно больше массе вашего окружения, потому что вы понимаете, что косметику, ну, как бы мужчине я уже не могу предложить, наверняка ему это не очень актуально будет. Если это БАДы, то наверняка кто-то там, кто скептически относится к БАДам, но не, тоже не захочет смотреть наш каталог. Здесь же все достаточно просто. Здесь начиная от зубных паст, зубных щеток и заканчивая витаминами, да, которые производятся и имеют сертификацию GMP, производятся на заводе Колмар, позволяют вам просто скинуть каталог любому совершенно человеку, будь это там подросток, который уже умеет читать, будь это взрослая женщина, мужчина, то есть у нас вообще никак не ограничены мы совершенно никакими категориями людьми, то есть всем интересна наша продукция, потому что она имеет место быть в любом доме. Вот. Ну и, конечно, третий факт, который вам позволяет достаточно четко аргументировать, почему ты должен выбрать наш интернет-магазин, это высокое качество продукции. Высочайшее качество продукции добивается благодаря тому, что мы не идем, да, на перекор, так сказать, нашему слогану, нашему девизу «абсолютное качество, абсолютная цена». И компания всегда очень-очень серьезно подходит к выбору сырья, к выбору производителя нашей продукции, да, к выбору тому, в каких странах будет собираться то или иное сырье. Потому что, вы знаете, у нас есть даже стратегия такая, которая называется GSGS, о которой я более подробно сейчас расскажу, которая дает нам возможность выбирать продукцию по всему миру. Да, то есть у нас выбирается лучшее сырье со всего мира, и, собственно, через сеть компании Atomy это все распространяется нам, как потребителям этой прекрасной продукции. Вот. Да, вот я вижу ваши плюсики, спасибо большое, те, кто действительно считает, что тоже достаточно, это все известный факт, Корея – это равно качество. Дальше мы с вами двигаемся и переходим к такой теме, как философия компании Atomy и стратегии. Кто знает наш девиз «абсолютное качество, абсолютная цена», я думаю, что вы уже понимаете, в чем заключается суть, что компания старается и по факту так оно и есть, производит высокого качества продукцию. Что такое абсолютное качество? Высочайшее качество продукции, которое распространяется по максимально доступной цене для такого качества продукции. Взять тот же самый Хемохим, да, который в свое время, как проговаривали, это Наталья и Владимир, он распространялся этот продукт по более высокой цене, плюс еще ко всему это было в меньшем количестве. То есть если сейчас, вы знаете, в нашей коробке Хемохим содержится 60 пакетиков, то раньше это было 30, и затем ушло на увеличение, но при этом цена, друзья мои, она становилась ниже и осталась после увеличения на 60 пакетиков в коробке неизменной. Поэтому, конечно, компания старается всегда следовать своему девизу. По поводу нашего понятия мастиш, да, есть у нас такое понятие, как мастиш, которое произошло от двух слов: масс – это массовость, да, и престиж – это, ну, уже понятное слово, престижный товар. Что означает это слово? Что компания старается сделать вот это самое высокое качество продукции доступно массам. То есть, по сути своей, до прихода в компанию Atomy, возможно, камбоджийский перец мы бы не имели, да, возможность приобрести вот так в легкую. Нам пришлось бы заказывать откуда-то, либо ехать в Камбоджу, да, за этим камбоджийским перцем, потому что его на самом деле используют в мишленовских ресторанах, это высочайшего уровня ресторан,
рестораны. И вот сейчас мы с вами, как потребители и участники компании Atomy, мы имеем возможность заказывать этот камбоджийский перец. То есть компания дает возможность нам, как простым потребителям, покупать через сеть компании Atomy такой прекрасный продукт, как, допустим, да, камбоджийский перец. Кто про него не знает, прекрасно всегда про него рассказывают наши спикеры. Это высочайшего тоже класса перец, который имеет особый аромат, особый вкус и придает определенные нотки вашим блюдам. Вот, и поэтому мы с вами счастливцы, что мы действительно можем потреблять такой продукт. По поводу нашей стратегии. GSGS, Global Sources for Global Sales, расшифровывается эта стратегия, которая, опять же, говорит о том, что мы с вами находим такую возможность потреблять продукцию, которая собирается, сырье для этой продукции собирается по всему миру. Так, допустим, кто не знает, вот наше гранатовое желе, которое продается в компании Atomy, гранат для этого гранатового желе собирается исключительно только, друзья мои, это вот сейчас акцент, в Турции, в Анталии. Вы знаете, что, наверное, самый вкусный, самый сочный, сладкий и вообще замечательный гранат собирается именно на территории Турции. И вот как раз компания собирает для гранатового желе все сырье на территории Турции. Поэтому это очень так знаменательно, что мы сейчас с вами говорим про Турцию и подошли к этой теме. Также, да, вы можете употреблять лютеин, который производится в Японии. Также вы можете благодаря этой стратегии пробовать наши пластыри, которые производятся во Вьетнаме, да, и много-много других продуктов, которые собираются по всему миру. Сырье избирается исключительно в тех странах, где оно природно и было заложено. И что уж говорить про наш хим, который изготовлен из трав, которые культивируются, да, взращиваются именно на территории Южной Кореи. Вот. У нас в Турции очень много граната, да. Я уже 5 лет использую камбоджийский перец в приготовке. Прямо оттуда родня привозит. Вот как классно. А теперь вы будете еще возможность потреблять эту продукцию благодаря компании Atomy. Это то, что относительно философии, это то, что относительно стратегии. И действительно, когда вы понимаете все эти нюансы по производству продукции, у вас не возникает вопросов, почему же действительно компания заявляет, что мы продаем высочайшего качества продукцию по максимально доступным ценам. Двигаемся с вами дальше. Давайте мы сейчас с вами проговорим про вообще стратегию того, за счет чего, как же получается, что в компании максимально доступны цены возникают на такой высочайшего качества продукт. Вот перед вами сейчас слайд. Это наше сотрудничество, да, с этими компаниями, которые представлены на этом слайде. Это все компании-производители нашей продукции. Вы знаете, что у компании есть свой завод. Это ОРОД, который отстроился не так давно, на котором производятся наши ферментированные соки, да, продукты питания. Но до этого мы с вами практически все производили как раз на заводах производителей наших партнеров, с кем мы с вами сотрудничаем. Так, на заводе Колмар Корея, одном из, наверное, самых известных заводов по производству фарм-косметики, то есть это витамины и БАДы, и плюс еще косметических средств, да, и вот все те, кто перечислены на этом слайде, это все заводы-производители, которые отобрала компания Atomy для того, чтобы производить нашу продукцию на этих заводах. Почему компания пошла именно этим путем? Многие как бы видят в этом минус и говорят, ну это странно, компания не производит какую-то только собственную продукцию на собственных заводах, а вот идет и ищет какие-то другие заводы-производителей. К моему удивлению было обнаружено, что настолько много у нас, да, заводов-производителей. И заметьте, что это очень известные заводы, которые производят премиального качества продукцию на территории Южной Кореи, на территории других стран, потому что компания при выборе производителей, да, нашей продукции, она именно она нацелена, да, на то, чтобы найти лучшие заводы-производители той продукции, которая нам нужна, и будет производить под нашим брендом Atomy. Так, в свое время мы начали сотрудничать с заводом Colmar, да, который является также в альянсе в такой корпорации, как Colmar B&H. Это вот как раз альянс двух таких компаний, как Colmar и Институт атомной энергии. И вот как раз Colmar является производителем той продукции, которая разрабатывается этим альянсом. Вот, друзья мои. Поэтому, собственно, мы с вами пошли по принципу выбирать лучшее на рынке, а не изобретать
какое-то колесо. Зачем изобретать что-то, да, и тратить на это время, это большие ресурсы денежные, чтобы разработать какую-то инновационную разработку, нежели пойти, да, и найти лучшего производителя в этой сфере, в этой линейке, найти лучший продукт, который будет действительно востребован во всем мире, и заключить соглашение с этой компанией, которая будет производить такого высочайшего качества продукт под нашим брендом. По этой стратегии мы с вами как раз и идем. И благодаря этой стратегии настолько много у нас продукции, настолько всегда, да, и у нас обновляются с вами категории товаров, у нас расширяется линейка, которая позволяет нам выбирать то или иной продукт и как раз не ограничиваться определенным категорией людей, для которого будет подходить наша продукция. Благодаря этой стратегии мы с вами расширяем линейку, и вот за этот год у нас пополнится ассортимент более чем на 100 наименований товаров. Вот. Дальше, двигаясь, мы с вами сейчас проговорим про такой продукт, как флагман нашей компании, который был разработан как раз в Институте атомной энергии, который называется Хемохим. Кто сейчас попробовал Хемохим, кто знаком с этим продуктом, вы действительно уже поняли, насколько эффективен этот продукт. Это один из первых продуктов, в котором в 2009 году компания вышла на территорию Южной Кореи, и с этим же продуктом она пошла на территорию Соединенных Штатов Америки уже в 2010 году. Что такое Хемохим? Давайте разбираться. Это полностью травяной, да, травяную составляющую этого препарата, которая является... который является на данный момент хитом продаж нашей компании. И чтобы вы знали, более 50% товарооборота всего мирового у нас делается благодаря этому продукту. То есть насколько широка наша линейка, да, более 400 наименований товаров, оно более 50% товарооборота в компании делается благодаря этому продукту. Что же такое Хемохим? Это разработка научно-исследовательского института атомной энергии, которая была произведена по заказу самого правительства Южной Кореи для научных сотрудников этого института, для того, чтобы предотвратить, защитить научных сотрудников от воздействия радиации, да, которую они получают в ходе исследований, в ходе каких-то научных открытий. Вот. И разрабатывали этот препарат более... 8 лет, потратили 5 миллионов долларов в разработку этого препарата, и на данный момент он имеет более 160, как мы говорили, научных трактовок, которые доказывают свое действие этого препарата положительное на наш организм. Занимает этот препарат первое место по продажам, делает огромные товарообороты во всем мире. И три ключевых воздействия, которые он производит на наш организм. Первое, что он делает, это активирует выработку так называемых НК-клеток. НК-клетки — это киллеры, да? Тета-киллеры, убийцы так называемых раковых клеток. То есть, когда мы принимаем с вами Хемохим, мы делаем профилактику в нашем организме от каких-то заболеваний раковых, да? Также этот препарат укрепляет иммунитет и запускает чистку всех дренажных систем, которые имеются в нашем организме. Вот, это препарат, который действительно имеет очень широкий спектр действия. Но, как мы говорим изначально всем партнерам, пожалуйста, не позиционируйте этот препарат как панацею, да, как лекарство, ни в коем случае. Это биологически активная добавка. Три составляющих в этом препарате дают такой феноменальный результат, который сейчас превосходит в 5 раз по иммуномодуляции красный женьшень, в 5 раз более силен он по своим каким-то лечебным свойствам восточные медицинские грибы, и он имеет действительно очень положительный эффект, начиная на организм, начиная с 6-летнего возраста и до последнего дня жизни. Вот так сейчас мы пробовали этот продукт давать и нашим детям, и родители пили наш Хемохим, да, вот, и что хочется отметить, что он делает в свою очередь, он нормализует артериальное давление, он помогает повысить иммунитет, он помогает справиться людям, страдающим какими-то разной этиологией, аллергическими, да, какими-то проявлениями, он помогает людям восстановиться после таких заболеваний, как, вы знаете, сейчас идет COVID-вирус, да, вот, потому что он имеет свойство разжижать нашу кровь. Вы знаете, что взрослые люди, кто переболел коронавирусом, они именно побочный эффект имеют как раз тот, что кровь загущается в нашем организме. И вот Хемохим — это прям прямое показание к тем людям, кто переболел этой болезнью. Вот. Этот препарат действительно имеет место быть в каждой семье. И как мы говорим, что если вы хотите жить долго, счастливо, то, пожалуйста, принимайте Хемохим. Он точно не навредит, он скорректирует ваш организм, поможет ему работать правильно, функционировать всем-всем вашим процессам в организме правильно.
Дальше второй наш продукт, с которым хотелось бы нам с вами поговорить и сегодня с вами познакомить, это набор для кожи лица, который называется Absolute Selective. Это набор по уходу за кожей лица, который на данный момент не имеет, да, как мы считаем, в других линейках аналогов, потому что действительно здесь есть запатентованные технологии. Одна из них вот как раз и называется Selective. Это технология доставки ингредиентов из косметики в те места, участки, где это необходимо. И, кстати, я не сказала по поводу цены, проговорю. Примерно мы говорим, что цены будут похожи, как на сайте американском. Если вы откроете atomy.us, вы увидите цены в долларах. Примерно мы прогнозируем, что цены будут похожи и в Турции. Да? $215 за данный набор. Поверьте, друзья, кто считает на данный момент, что это как-то кусается цена, поверьте, это то того стоит, потому что вы увидите уже видимые результаты, видимый эффект на вашей коже уже спустя 2-3 недели. Да? Потому что, ну, сами мы этот набор пробовали, тестили его, и столько отзывов мы получили по этому косметическому средству, что действительно не оставляет сомнений, что он заслуживает этой цены. А то я считаю, что, наверное, если бы мы не покупали напрямую от производителя, а покупали в простых розничных магазинах, то он стоил как минимум бы в 2 раза дороже. Вот. Спасибо большое, да, Гульбашин. Хэмухим внесен в медицинский справочник. Этот акт вы его можете там найти, прогуглить эту информацию. Он внесен в медицинский справочник, информация о нем уже существует. Что такое набор Selective? Это пептидный набор. Вот, да, в данном случае у нас есть, да, несколько линий. Есть у нас премиального качества продукция, косметика, есть люксовая косметика. Так у нас набор Selective относится именно к люксовому, к люксовой линии, в котором очень широкий спектр действия на вашу кожу, начиная от пигментации, заканчивая именно изменениями, да, возрастными. Это инновация, как мы говорим, в сфере красоты. Опять же, это разработка определенным отделом, да, в научно-исследовательском институте атомной энергии, которая имеет в своем составе очень богатый ингредиенты, да, вернее, состав очень богатый на ингредиенты. Так в нем содержатся пептиды, которые, вы знаете, это умные укороченные белки, которые прекрасно справляются с разными дефектами нашей кожи, начиная от пигментации, заканчивая, как мы говорили, морщинами. Данный набор обладает не только антиэйдж эффектом. Вы знаете, что такое антиэйдж? Антиэйдж — это борьба с возрастными изменениями, то есть это технологии, которые позволяют сохранить вашу кожу в нынешнем состоянии, но этот набор также является и средством, которое помогает оказывать DH-эффект. Что такое DH-эффект? Это как раз работа с уже существующими, да, какими-то возрастными изменениями, а именно с глубокими морщинами, благодаря как раз пептидному составу очень умному и благодаря плюс еще технологии Selective, которая доставляет и самые необходимые пептиды в те участки, где это вот на данный момент требует ваша кожа. Дальше. Этот набор также является бестселлером, да, во всем мире, и его выручка по всему миру в год примерно составляет более $1 миллиона. Это говорит о том, что действительно это востребованный продукт, который пользуется популярностью как у женщин, кстати, так и у мужчин. Вы знаете, что председатель нашей компании Пак Хан Гиль также пользуется этим набором. И не зря, наверное, у него такая лоснящаяся, знаете, ухоженная, красивая кожа для его возраста. Все благодаря нашей косметике. И, конечно, уже это точно доказано было также и нашими женщинами, потому что 2-й год в этой компании мы продвигаем эту линейку. И те женщины, которые пробовали эту косметику, непосредственно я сама тестила, и наша мама, видели прекрасный видимый эффект, как кожа становится более ровная, да, по тону, более подтянутая, упругая и действительно очень красивая на внешний вид, но и внутри, естественно, все эти процессы, то есть наше внешнее проявление — это все внутренние правильные процессы, которые запускают этот набор. В данный набор входит 6 средств, вы с ними познакомитесь уже непосредственно, когда вы будете изучать продукцию, возможно, на сайте, либо воочию увидите этот продукт. 6 средств, которые дают такой прекрасный видимый эффект на вашей коже. Следующий набор, про который мы сейчас с вами поговорим, это Atomy Evening Care for Set называется. Это набор по именно очищению, да, кожи лица. Извиняюсь, так, видно. Напишите, пожалуйста, не исчезла картинка у вас на экране? Меня остановилась, как будто презентация.
Видно. Спасибо большое, Володь. Отлично. Окей. Данный набор также является бестселлером нашей компании. Он имеет более, да, бюджетную цену $36, но несмотря на эту цену, он оказывает прекрасные результаты на вашей коже. Как мы говорим, это спа на дому у вас круглый год. Это не отменяет ни в коем случае, конечно, в будущем там какие-то походы к косметологу, но это может пролонгировать ваш эффект вот этой вот молодости, чистоты вашей кожи. И, ну, походы, по крайней мере, к косметологу, они будут чуть реже, чем если бы мы с вами не пользовались этим набором. В данный набор входит у нас 4 средства. Это 2 средства на ежедневной основе, которые мы с вами будем пользоваться, и 2 средства, которые используются 1-2 раза в неделю от типа вашей кожи, в зависимости от типа вашей кожи. Действительно, этот набор дает ощущение того, что ваша кожа начинает дышать и начинает правильно воспринимать всю остальную уходовую косметику. Как вы знаете, если вот на сухую губку, к примеру, да, чтобы понимать действие этого набора, на сухую губку, которая лежит на вашей раковине, нанести какое-то моющее средство, оно останется на поверхности. Оно не впитается, оно никак не сработает. Вот точно так же и наша кожа. Если не очистить правильно вашу кожу, если будет она закупорена, если будут поры забиты, а роговевший слой никак не счищаться, да, должным образом, а после 35 лет он практически никак сам не... Ну, то есть физиологически он никак не отшелушивается, так сказать, его нужно механически как-то вручную очищать, то, конечно, вся остальная уходовая косметика, какая бы она крутая ни была, она не будет так действовать, как если это сделать с нашей кожей благодаря этому набору. То есть очищение кожи — это прям первостепенно, что вы должны делать для того, чтобы увидеть какие-то видимые результаты от уже остальной уходовой косметики. 1000 положительных отзывов — это факт, очень много людей. Напишите, пожалуйста, чтобы это было точно и не голословно, кто пробовал этот набор, что вы получили какие-то видимые результаты. Это был один из первых наборов, с которыми я знакомилась, и я действительно была в полном восторге от того, что ты после первого уже применения видишь видимые результаты на своем лице. То есть ты смотришь в зеркало, и как минимум на один тон у тебя становится светлее кожа, ровный тон появляется, вот это, знаете, ощущение чистоты, того, что ты действительно почистил свою кожу, вот получается вот такой вот результат. Вот, да, вот пошли плюсики, спасибо огромное, эффект вот такой крутой, кожа классная, осветление идет, сияние точно, 100%. Пользуюсь и очень довольна. Спасибо огромное за обратную связь. Вот действительно сияющая, чистая, ухоженная, я бы сказала, лоснящаяся, да, та самая кожа, как вот у южных корейских представительниц. Вот можно всего этого добиться, если правильно очищать и ухаживать за вашей кожей. Этот набор вам будет действительно помогать. И очень доступная, демократичная цена, я считаю, за такой набор, которого вам хватит как минимум на полгода, $36, это, я считаю, сущие копейки для такого эффекта вот этой косметики. Кожа скрипит после 4 этапки. Ага. Избавитесь от пор. Действительно, прыщи реже стали появляться. Классно. Спасибо вам большое за обратную связь. Следующий продукт, с которым бы мне хотелось вас познакомить, это зубные пасты и зубные щетки. Я думаю, что в большей степени те, кто приходит в компанию Atomy, начинают знакомиться с этой продукцией благодаря этим двум наименованиям зубные пасты и зубные щетки от компании Atomy. Никогда бы, наверное, до прихода в компанию Atomy я не задумывалась вообще о сути зубных щеток. Есть какие-то рекламные акции всевозможные, да, компании, которые производят эти щетки зубные. Но мне казалось, что чем дороже щетка, тем она должна быть лучше. Ага. Дим, пожалуйста, сына. Я сейчас занята. Да. Вот, пожалуйста. Ребенок требует внимания. Да, это очень демократичные цены. Посмотрите, пожалуйста. $9 — это за набор зубных щеток, в котором наборе вы найдете 8 зубных щеток с ионами золота. И $17 — это цена за большие пасты, 200-граммовые, 5 штук их в наборе, поэтому это тоже достаточно демократичная цена для таких вещей. Давайте я вам немножко расскажу фактов. Кто знаком с этими продуктами? Алтынгуль вот написала «Исчезают пятна». Я думаю, про пигментные пятна. Паста, щетка супер, нет аналогов. Кто знает факты интересные про зубные щетки Atomy? Напишите их, пожалуйста. Что такого особенного? Почему вот люди действительно миллионами? Мы говорим, что там 2 зубные щетки в секунду как минимум покупаются во всем мире, а то и больше на данный момент, потому что количество участников увеличивается во всем мире. Миллионы, да, миллионы, более 20 миллионов зубных щеток на данный момент уже продано. Это все не зря. Пишите факты.
Так. Антибактериальная. Так, окей, еще. Паста отбеливает антибактериальная. Щетка антибактериальная. Антибактериальная. Ага, щетка супер, нет аналогов. Паста удаляет камень. Окей. Еще какие факты вы знаете? А за счет чего это происходит? Почему мы говорим, что действительно зубные щетки в сочетании с зубными пастами прекрасно борются там с отложениями, да, какими-то на ваших зубах? От стоматита, супер, классно. Угу. Золотое напыление. Круто. Спасибо большое. Да. Если вы видели зубные щетки от компании Atomy, щетина имеет такой характерный золотой цвет благодаря тому, что там каждая щетинка обработана ионами золота. Округленные края щетины. Супер, классно. Вот вы все знакомы, да, с этими моментами. Многие сейчас подсказывают. Ой, убежала. Спасибо огромное. Да, закругленные, супер тонкие щетинки. Щетинки ионами золота обработаны, да. Щетки супер, очень тонкие щетинки проникают в межзубное пространство. Прекрасно. Ага, скругленные края. Замечательно, Наталья. Спасибо огромное. Действительно, зубные щетки от Atomy. На наши деньги одна зубная щетка выходит $1. При этом, чтобы вы понимали, что каждая щетинка от компании Atomy, как писали уже, да, здесь наши участники, она имеет каждая щетинка скругленную форму. Если вы просмотрите традиционные простые зубные щетки под микроскопом, это грубо обрезанный, ровно вот так обрезанный механический пластик, который имеет зазубринки на своих концах и который постоянно травмирует благодаря вот этой форме и благодаря тому, что щетина достаточно жесткая, травмирует наши десны и царапает нашу эмаль зубов. Почему чаще всего стоматологи говорят, что кровоточивость десен – это зачастую это не внутренние какие-то процессы. Чаще всего это именно механическое повреждение благодаря как раз зубным щеткам, которые не продуманы в этом плане. Каждая зубная щетинка от компании Atomy, она имеет скругленную форму на конце, и плюс каждая щетинка обработана ионами золота. Вот вы знаете, что золото и серебро – это драгоценные металлы, которые не зря, да, они такие дорогие, благодаря своему антибактериальному эффекту. То есть каждая щетинка, когда она обрабатывается ионами золота, вы знаете, что можно почистить даже без зубной пасты, просто зубной щеткой ваши зубы, и вы уже получите антибактериальный эффект за счет того, что ионы золота прекрасно с этим справляются. Плюс какой большой, вы когда почистили зубки, поставили в кружечку, да, свою, там процессы размножения патогенных каких-то, да, бактерий на щетине не будет происходить за счет ионов золота. То есть они будут как раз ионами золота все эти убираться, этот эффект размножения бактерий на ваших щетках. Поэтому их можно чуть дольше использовать. Вы увидите, в какой момент вам нужно будет сменить вашу зубную щетку. Когда она поменяет немножко крас, когда она немножко распушится, в среднем это 3 месяца вы нашими зубными щетками строго можете пользоваться. Если простые зубные щетки, советуют стоматологи менять все-таки не как говорится в рекламах 3 месяца, а все-таки каждые 2-3 недели их менять. Потому что под микроскопом, опять же, если посмотреть щетину, то там чего только не живет на наших зубных щетках, да, простых, благодаря тому, что они не имеют вот как раз антибактериального покрытия. Зубные пасты, как правильно написали, в составе своем имеют зеленый прополис, который собирается исключительно в Бразилии, плюс экстракты зеленого чая, которые прекрасно справляются со стоматитами. У кого вот часто возникают белые болячки, очень болезненные, да, во рту, вы можете справиться благодаря нашей пасте, потому что сам по себе прополис является природным антисептиком, антибиотиком, который, опять же, прекрасно сохраняет вашу чистоту полости рта и не дает развиваться бактериям в вашем организме, и, соответственно, прекрасно справляется с стоматитом. Наша мама страдала вот постоянным хроническим стоматитом. Это очень неприятная вещь, больно кушать, больно разговаривать. И сейчас, слава богу, мы избавились от этой проблемы, нас она не беспокоит. И вот такая демократичная цена за прекрасные такие продукты. Да, это отзыв от стоматолога Карлыгаш, где-то здесь. Ага. Очень тонкие щетинки проникают, да, окей, отлично. Спасибо вам большое за обратную связь. Я думаю, да, запись эфира будет. Ну что, мы переходим с вами к сегодняшнему заключительному продукту, о котором мы расскажем. Почему акцент именно на эти продукты? Потому что это одни из первых продуктов, которые появятся на турецком сайте после открытия. И поэтому мы хотели познакомить вас с ними поближе, чтобы вы уже знали, с чем вы работаете, чтобы вы знали, что заказывать себе после открытия сайта. И чтобы действительно вы понимали, что это бестселлеры в нашей компании. Это самые-самые ходовые, так сказать, товары в нашем интернет-магазине.
Следующий набор, о котором мы с вами поговорим, это набор The Fame. С английского языка, вы знаете, это переводится как успех, да, это как популярность. Действительно, набор полюбился, хотя он выпустился в 2019 году, но это была, так сказать, обновленная версия нашей предыдущей версии, шестиступенька называлась она, да, Six System. До этого у нас был набор по уходу за кожей лица, который являлся до 2019 года хитом продаж в компании Atomy, занимал все возможные награды, имел прекрасные отзывы у наших женщин, но компания не стоит на месте, и она доработала этот набор и вышел на замену тому набору набор The Fame, который сейчас является также хитом продаж. Я его обожаю, я начала вот именно из косметических средств. Знакомство с этим набором. Он также представлен в мини-версии, которая прекрасно подходит для того, чтобы потестить, так сказать, косметику, посмотреть, насколько она вам хороша, да, будет именно для вашей кожи. Так, спустя 2 недели супруг мне сказал, сделал комплимент, он сказал, надо же, у тебя вот как-то кожа стала светиться изнутри, как-то она изменилась, какая-то более светлая стала. И тогда у меня не осталось вопросов, и я тогда задалась целью, я сказала, ну все, теперь я хочу полноразмерку, большой размер, чтобы им пользоваться долгосрочную и вот поддерживать свою кожу в этом же состоянии. Этот набор, как мы сказали, был усовершенствован в 2019 году. Мы увидели на полочках в нашем интернет-магазине, добавили туда гиалуроновую кислоту, добавили туда пептиды, витамин С в большом составе, да. Это прекрасный состав, который насчитывает более 80% всевозможных разных травяных вытяжек, в том числе и ромашку, которая является, вы знаете, успокаивающим средством, плюс большое количество центеллы азиатской. Вы знаете, что вся восточная сейчас косметология прям пищит по этому составу, потому что центелла азиатская — это уникальное растение, которое имеет свойство запускать регенерацию клеток в нашей коже, которая действительно заставляет ее обновляться. Таким образом, ваша кожа остается максимально долго молодой, красивой и живой, так сказать, да, вот уплотненной такой, когда вы трогаете, и как будто бы вот кожа не проваливается внутрь, да, остается вот такой вот прям упругой и пружинистой. Вот это вот показатель того, что ваша кожа действительно напитана, увлажнена, и она здорова. Также этот набор имеет у нас 5, оценку 5 звезд от такого института, да, Dermatest, это научный. Исследование проводит именно немецкая компания, которая дает эти звездочки за гипоаллергены составов того или иного косметического средства. Так мы с вами, набор Absolute и набор Fame имеет 5 звезд, то есть это высочайшего качества, высочайшая отметка вот этого немецкого, да, сообщества, которое дала нам оценку 5 за то, что действительно у нас практически, можно сказать, гипоаллергенные составы, которые не вызывают раздражения на вашей коже, не провоцируют покраснения, не провоцируют какие-то высыпания. Если, опять же, правильно его использовать, правильно вводить эти косметические средства, то ваша кожа будет благодарна вам за такой действительно уход. И как здесь написано на слайде, исключены компоненты, вызывающие раздражение, плюс минимальная вероятность возникновения аллергии на вашей коже. Поэтому смело можете, да, косметическое это средство рекомендовать и чувствительной коже, и сухой коже. Действительно, она хорошо подходит, если, опять же, грамотно ее вводить. Про нюансы ухода, я думаю, что нанесение мы сегодня с вами не будем углубляться, но вы должны все это хорошо знать, хорошо уметь это делать, потому что мы в некой степени с вами в этой компании являемся и бьюти-консультантами, потому что мы помогаем людям выбирать нашу косметику. Мой любимый набор, да, около $100 за набор. Да, $100 примерно за набор будет также. 98 он стоит на американском сайте. Примерно эта же цена у нас около $100 останется на турецком сайте. Вот, и поэтому обязательно изучайте нашу продукцию, косметику, узнавайте нюансы по производству, по составляющим. И когда вы углубляетесь в составы, вы понимаете, насколько это доступные цены, насколько это действительно абсолютное качество, абсолютная цена. Это, да, залог успешности в нашей компании, что мы продвигаем максимально качественный продукт по максимально доступным ценам. И вот вам и мне за нашу продукцию гордость берет. Не то, чтобы даже не сказать, что вот мне не стыдно это продвигать. Нет, я когда продвигаю этот продукт и рассказываю о нем, меня берет вот прям жуткая гордость за то, что я являюсь распространителем, дистрибьютором этой компании. Мы с вами каждый являемся амбассадорами этой компании, да, по нам судят, насколько мы глубоко знаем какие-то нюансы о продукции, по нашей внешности, потому что мы с вами продвигаем косметику, судят о том, насколько она хороша в действии и так далее. Вот. И плюс, конечно, нам нужно знать и теорию, составляющие косметики,
почему она действительно хороша для этой или иной кожи и как ее правильно использовать. Поэтому изучайте нашу продукцию, вникайте в процессы, потому что это действительно вам принесет очень большой поток клиентов, которые будут хотеть пробовать. Вот начнут они использоваться зубных паст, зубных щеток, а потом захотят попробовать набор Абсолют, а потом им захочется камбоджийский перец заказать, а потом захочется омегу-3 заказать и спирулину и так далее и тому подобное. Таким образом, будет большая вовлеченность ваших клиентов в нашу продукцию, и здесь будет вот эффект репотребляемости постоянного. Да, поэтому это ваш успех, когда вы знаете продукцию хорошо, вы знаете, что о ней сказать, знаете, на какие триггеры, да, на какие болевые точки надавить, чтобы человек действительно обратил внимание и захотел что-то употреблять именно из нашей продукции. Я хочу кроссовки, говорит, да, Наталья, я тоже хочу. Это Гульбашин говорит, хочу кроссовки. Я тоже, вы видели, какие последние у нас кеды, можно, да, так сказать, вышли? Это прям чудо. Я хочу, несмотря на то, что они позиционируются как мужские, я хочу их себе. Пусть они будут унисекс, потому что они очень красивые. Ну что, друзья, на этом моя презентация, да, заканчивается. Какой ваш любимый продукт? Мой любимый продукт, с которым я действительно готова войти в любую страну и рассказать о нем, это, конечно, Хемохим, флагман нашей компании. Это 4-этапный набор для очищения вашей кожи. Это набор Абсолют и Фейм, потому что я оба из них пробовала. Это гранатовое желе, которое безумно вкусное, да, и много-много других продуктов. Вот сказать, что фаворит прямо у меня один есть. Ну вот настолько я люблю нашу продукцию, что я готова прям часами вещать о ней. Я надеюсь, что вы также проникнетесь любовью к нашей продукции, проникнетесь качеством и доступностью по ценам. Вот, поэтому на этом я буду завершать свою тему. Спасибо вам большое за внимание. Любите нашу продукцию. Как говорит Пак Хан Гиль, если вам не нравится эта продукция, не занимайтесь этим бизнесом, иначе вы будете обманывать людей. Я честным бизнесом занимаюсь, экологично продвигаю нашу компанию, потому что я сама ярый потребитель этой продукции, люблю ее очень и себя вот прям называю «Тамианка Саша». Вот прям я до глубины своей, да, души так люблю нашу продукцию, нашу компанию, что действительно готова о ней вещать очень долго. Спасибо большое за внимание, спасибо за возможность выступить, Владимир, на сегодняшней конференции. Я надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся. Вот, поэтому, друзья мои, я на этом буду завершать. Владимир, прием, как меня слышно? Да, я здесь. Угу.